давайте. Да. Ниже. Пониже. Ниже, 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 ниже. Угол, 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 чуть-чуть. Туда, 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 туда. Пальчиком. Спасибо. Вот мы и подписались на наш канал. Наконец-то в целом мире прекратилась суета. Начинается в эфире передача «От винта». От винта! Вот так! Так, Буйный, значит. Как фамилия? А, ну да. Что вы себе позволяете? Развяжите меня немедленно. Погодим, погодим. Доктор, я совершенно здоров. Да? А вот тут сказано, что у вас видение, что якобы вы в космосе. Ну, масочку вот напялили дурацкую. Ну, зачем? Доктор, это очки виртуальной реальности. Вы что думаете, что мы в провинции вот совсем уже? Да у меня у самого вот такая вот масочка имеется. Использую, когда на работе не спится. Я всего лишь играл в Star Trek Bridge Crew. Да-да-да-да-да-да-да. Пока меня не связали, был офицером на USS Aegis. Это звездолет из будущего. Так и запишем. Бредит. Послушайте, здесь со мной еще 3 человека. Мы соединились через интернет. Командир корабля, инженер и навигатор. Выходит, заразные. Так, а что вам чудится в настоящий момент? Команда несет службу на мостике звездолета. У нас задание – отыскать в созвездии Гамма-Гидра потерпевший крушение USS Раздолбай, спасти экипаж и отбиться от клингонов. У каждого игрока свой круг обязанностей. Навигация, оружие, связь и прочее оборудование. Представляете? Полная иллюзия присутствия. Минуту. Сканер засек мины. Мины на подходе. Развяжите! Я должен поднять щиты. Это клингоны. Вот, 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 вот. Тут так и сказано. Выражался, ругался клингонами, а еще, извините, варп-гондолами. Не знаю, как у вас в Силикатной долине, а у нас люди на такое обижаются. Поймите, это виртуальная реальность. Симулятор космического корабля из вселенной Star Trek. Да-да-да-да. Развяжи! Надо запустить фотонные торпеды! Как же, да. Звездолет Игис, да? Иджис. Ладно. Определим тебя в экипаж корабля Delirium Tremens. В 3-ю палату. Сразу за варп-гондолами. На, вот тебе лучше пилюльку. Доктор, умоляю. Там есть старые очки. Наденьте. Еще чего. Но вы ничем не рискуете. Ладно. Вот они. Глупости-то какие, а? Ну, вот. Ну, надел. Нажмите кнопку. Что это? Где это? Ага, проняло? Что? Что это? Это новая игра Farpoint VR. Сделана специально для очков виртуальной реальности. Катастрофа. Да. Мы разыскивали пропавшую космическую экспедицию. И, конечно, влипли в историю. Спасите! Некому. Мы сами спасатели. Для начала нужно отыскать на этой планете 2 товарищей по команде. Ой, тут прыгают какие-то бестии. Что делать-то? Пилюлю прими. Помогите! Ладно. Хватай контроллер VR Aim. Где? Да где-то там. Он как ружье. А вот он. Так, сейчас. Ты что, отсиживаться будешь? Тыловик. Самострел. Так у меня руки связаны. Сами ведь и вязали, доктор. Ладно. Хаживали на охоту. Хаживали. Получай! Ага! Я доктор!
Я умею расчленять! Возможно, с двух этих игр, Bridge Crew и Farpoint, и начинается новый этап в развитии виртуальных забав. Уже не аттракцион, а вполне рабочие программы. Прелестно. Я покорен. А как все реально. Прям как навязчивый бред. Надо моим ребятам показать. Каким ребятам? Ну, санитарам. Доктор, а может не стоит? Так-так, что тут у нас? Парни, тут такое. Фотоны, клингоны, выпуклые, как в жизни. Да я и сам, кажется, вулканец. О, и этот туда же. Вяжи его. Что? Да как вы смеете? Я доктор Гонорис Кауза... Кляп. Кляп ему не забудь. Ага.